Апошняя падзея в области у матэрыялах корэспандэнта ў тэлерадыёкампаніі «Гомель» у студыі Наталі Ігнатенко. Вітаю вас, глядзіце ў гэтым выпуску. Сёння ў Турове прайшлі святочныя мерапрыемствы, прысвечаныя дню нараджэння Кірылы Тураўскага. Удзельніца Вялікай айчыннай вайны гамельчанка Матрона Талюк адзначае 100-гадовы юбілей. У палацы Румянцевых і Паскевічаў адкрыўся планетарый. У Мазыры эколагі выратавалі бабра. І больш падрабязна аб гэтым не толькі. Сёння ў Турове прайшлі святочныя мерапрыемствы, прысвечаныя дню нараджэння Кірылы Тураўскага. Праваслаўны багаслоў, царкоўны дзеяч, пісьменнік, епіскап Турава і адзін з духоўных асветнікаў старарускай дзяржавы нарадзіўся ў гэтым горадзе ў 1130 годзе. Падрабязнасці урачыстасцяў у матэрыяле Алега Сінцюрова. Праваслаўны храм у Турове быў пабудаваны ў 70-х годах 12-го стагоддзя, разбораны ў выніку землятрусу 3 мая 1230 года. На той час гэта было самае буйное манументальнае збудаванне на гэтых землях. Яго памеры прыкладна 30 на 17 метраў. Ёсць усе падставы меркаваць, што тут праводзіў службу і сам Кірыл Тураўскі, тым больш, што ў 60-х годах 12-го стагоддзя ён быў назначаны тураўскім епіскапам. Не ў апошнюю чаргу менавіта па гэтай прычыне боская літургія ў памяць свяціцеля ўжо традыцыйна праходзіць у гэтым месцы. Увогуле Кірыл Тураўскі застаўся ў гісторыі не толькі як царкоўны дзеяч, але і як адзін з духоўных асветнікаў старарускай дзяржавы. Яго творы былі ўключаны ў знакаміты зборнік «Златавуст», як лепшыя для таго часу. І такі факт, па які можна меркаваць аб асобі Кірыла Тураўскага. Падчас яго жыцця княства займала тэрыторыю ад Брэста і Кобрына да Мазыра. Гэта была сапраўды вялікая старажытная дзяржава, якую ведалі не толькі яе бліжэйшыя суседзі. Праўда, і загадак княства пакінула шмат. В основном вся інформація, которая есть на археологического плана. То есть такой информации касательно, чтобы о каких-то лицах известных, например, как князь Острожский, то такая информация еще пока не изучена, не в небольшом плане. Информация есть, но ее очень мало еще. Подчас молебну каля помника идет дождь, а для сотни паломников, которые приехали из разных областей Беларуси, не покидают службу. Докладный год смерти святителя неведомый, официально лечится 1186. С того часу прошло 830 годов, а для спадчина, якую покинул Кирилл Тураўскі, актуальный зараз. Об этом даре казалі падчас свята духовнай і народнай музыкі пасхальны фестываль у Турове. На сцэне ансамбль казачай песні, узорна-паказальны аркестр Узброеных сіл Республікі Беларусь, заслужаны аматарскі калектыў «Тураўскі хор». Это искусство, которое мы несем народ, который интересуется и в других республиках. Самое интересное, что если приезжаешь, допустим, в Россию, они хотят слышать нашу песню. Подчас урочистости, присвеченных памяти Кирилла Тураўскага, узгадали и еще одну юбилейную дату. Сегодня исполняется 25 годов, как была одновлена Тураўская епархия, одна из самых старожитных на территории сучасной Беларуси. Причем, когда в 1992 году тут налечивалось 23 храмы, то зараз два монастыри, когда 7 церкву и 15 каплиц. И это еще один помник Кириллу Тураўскому, епископу Турова 12-го стагоддя. Я всегда говорю, вот обратите внимание на дерево. Чем больше корней, чем глубже эти корни входят в землю, тем прочнее стоит это дерево. Так вот, наша церковь – это древо жизни. И чем больше у нас будет вот этих корней, а корни – это наши архипастыри, это пастыри, это наш верующий народ. Чем больше будет вот этих корней, в земле нашей, да, тем крепче наша церковь, тем крепче будет наше отечество, государство наше. Поэтому хочется пожелать, чтобы молитвами святителя Кирилла, епископа Тураўскага, церковь наша укреплялась, отечество наше укреплялось, мир и благословение пребывало на нашей благословенной земле. Олег Сентеров, Игорь Марищенко, телерадиокомпания «Гомель» с Турова. Удзельніца вялікай айчыннай вайны гамельчанка Матрона Талюк сёння адсвяткавала 100-гадовы юбілей. Яна была медсястрой на фронте, прайшла ўсю вайну і выратавала сотні жыццяў. Господь вам сделал самы большой подарок. Это тот юбілей, который вы сегодня встречаете. Вам было позволено пройти всю войну, страшное время. Но вы до сих пор с нами, вы до сих пор своих правнуков видите. Фронтовая медсестра, сапраўдный боец и клопотливый сябр. Усё гэта про яе. Матрона Талюк одна из немногих, кто сёння еще может рассказать про войну, каб школьники ведали про яе не по книгах и фильмах. Увесь жах 40-х гэтая жанчына зведала на сабе, а таму памятая и страх, и боль, и чараду выпрабаванняў на шляху до великой перамоги. На фронт пайшла у 24 гады. Стала военной медсестрой перасоўнага шпіталя. Под кулями и снарадами выносила с поля бою пораненных,
При гэтым для яе выбор ісці на фронт ці не увогуле не стаяў. Для гэтага жанчыне нават прыйшлося перадаць на апякунства бабулі двухгадовага сына. За гады вайны Матрона Талюк паставіла на ногі сотні савецкіх салдат. Асабліва ёй запомніўся сціплы сержант-танкіст, тады яшчэ невядомы Міхаіл Калашнікаў, будучы стваральнік легендарнага аўтамата. Фронтавая медсестра сама атрымала сур'ёзнае раненне, але дайшла да Берліна. Пасля капітуляцыі ворага вярнулася дадому і ўсё жыццё працавала акушэркай у родным Гомелі. На фронце яна страціла мужа і 4 братоў. Сёння яе шчасце – дзеці, 4 ўнукаў і 8 праўнукаў. Падчас віншавання ў імянінніцы уручылі новы пашпарт, кветкі і падарункі. Для маладзёжы многа значыць быць защитнікамі і вообще, щоб не присутствовать на войне. Они молодые, они не знают, что и как кончится. Я прожила 100 лет, это много значит тоже. Жить надо добросовестно. Яшчэ адна круглая дата. Гомельская абласная арганізацыя беларускага таварыства глухіх адзначыла 90-годзе з дня свайго ўтварэння. Урачыстае мерапрыемства разгарнулася ў ДК «Віпра». Падчас свята юныя таленты ладзілі яскравую музычную праграму, а лепшыя ў сваёй справе прадстаўнікі аб'яднання атрымалі ганаровыя ўзнагароды. Зараз Гомельская абласная арганізацыя беларускага таварыства глухіх налічвае каля 2000 чалавек. Людзям з асаблівасцямі слыху яна дапамагае атрымаць працоўныя месцы, вырашаць іх праблемы рознага іншага характару і жыць паўнавартасным жыццём. У них возможности хорошие на сегодняшний день. Общество хорошее создало для них возможности. Школа дает достойное образование, школы у нас. В каждой области есть свои школы для детей с недостатком слуха. Есть среднее специальное заведение. И работают они не только на заводах работают, они работают и руководителями. Работу по профілактыцы ВІЧ-інфекцыі сёння абмяркоўвалі ў Гомелі. Форум пад назвай «Тычыцца нават тых, каго не тычыцца» арганізавала абласная арганізацыя Беларускага таварыства Чырвонага крыжа пры падтрымцы аблвыканкама. Да ўдзелу запрасілі ўрачоў-эпідэміёлагаў і прадстаўнікоў сродкаў масавай інфармацыі. Галоўная мэта – данесці да грамадскасці, што ВІЧ-інфекцыя не прысуд. Дзякуючы дасягненням сучаснай медыцыны, гэтая хвароба перастала быць чумой 21-га стагоддзя і прайшла з катэгорыі смяротных у хранічныя. Да людзей са станоўчым ВІЧ-статусам трэба адносіцца талерантна. Калі яны прытрымліваюцца неабходнай тэрапіі, могуць жыць паўнавартасным плённым жыццём, не ўяўляючы пагрозы для грамадства. Менавіта таму зараз сярод асноўных накірункаў прафілактыкі ВІЧ-інфекцыі ранняе выяўленне захворвання і прызначэнне тэрапіі. Як сведчыць статыстыка, своечасовае выяўленне носьбіту інфекцыі дазваляе прадухіліць заражэнне яшчэ трох человек. Ситуация с ВИЧ-инфекцией остается сложной. Да, сейчас больше распространения ВИЧ-инфекции наблюдается среди обычного населения, рабочего населения, да, среднего возраста люди. И передается ВИЧ-инфекция половым путем. Самое главное, это, конечно же, верность супругу. Напередадні Міжнароднага дня сям'і ў Гомелі ўпершыню правялі конкурс «Лепшая маладая сям'я» сярод работнікаў аховы здароўя. Арганізатарамі мерапрыемства сталі галіновае ўпраўленне і абкам прафсаюза. Як сумясціць кар'еру і ўласнае шчасце, даведалася Ганна Каральчук. Да удзелу ў конкурсе запрасілі маладыя сем'і медыкаў. Узрост канкурсантаў не больш як 31 год. Кожная пара цікавая па-свойму. Аб'ядноўвае іх насычанае жыццё, у якім ёсць месцы і працы, і выхаванню дзяцей, і творчым захапленням. Вы знаете, медицинская молодая семья – это прежде всего не просто семья, а это союз тех людей, которые думают больше, я бы сказал, о здоровье своего ребенка. Они представили то, что они могут сделать. Вот за моей спиной это те поделки, которые являются как бы отражением их внутреннего мировоззрения. Это как один из элементов того, что мы можем представить на данном конкурсе, на данном мероприятии. Мне кажется, очень достойно все выглядит. Это замечательно.
За право носить гоноровый титул «Лепшая молодая семья» змагалися 6 пар – з Гомеля, Мазыра, Лоева, Речицы и Добруша. Амаль у кожної есть дети, окромя одной студентской семьи. Подчас мероприемства удельникам треба было представить свою пару, раскрыть ее творчий потенциал, продемонстрировать семейную сгуртованность и кемливость. Виктор и Надея Грышковец, например, представили на конкурсе саморобные развивающие дитячие цацки. Занималась время декретного отпуска. Меня вдохновило, так сказать, рождение ребенка. Хотелось его научить по разным методикам, чтобы он развивался. Мелкая моторика рук. Вот. И муж меня во всем поддерживал. Спасибо большое. Еще у нас будет очень красивая презентация фотографий, где показана наша семейная жизнь, наши увлечения и видеоролик. Очень интересно. Я думаю, мы достойны этой победы. Мы очень дружная семья. Мы очень любим друг друга. Да. Заботимся друг о друге. Переможца визначила жюри по виниках конкурсних заданий. «Ми – самая класная сім'я», «Моя другая полова» і «Сімейні таленти». Лепшими стали Іван і Євгенія Москальчук, або два студенти Гомельського державного медицинського університету. Ганна Каральчук і Гармаришченка, телерадіокомпанія «Гомель». У Гомельском Палацево-парковом ансамбле открылся планетарий, и он разместился на цокольном поверсе. Наведвальников чекает атмосфера максимальной реалистичности. Проекция транслюется на увесь 5-метровый купол, что дает панорамный огляд. Дякуючи сферичному экрану над головами глядачов досягается эффект полного погружения. Это планетарий, так? Дает возможность не только услышать или увидеть на плоском экране, что понятно, сегодня это уже вчерашний день, а картина звездного неба в объеме, звездное небо, созвездие, движение планет, солнечные, лунные затмения. Конечно, это достаточно наглядно, все-таки научно. До речи, у Гомельском планетарии можно доведаться не только про космичные подеи, але и про подводный свет и навод здесьнить виртуальное подорожье по организме человека. Нагадаем, что в областном центре ранее был планетарий. Он працевал у будинку Петропавловского собора у другой полове минулого стагодия и был закрыт у конце 80-х. Температурный рекорд побиты у Гомеля уначе 11 мая. У апошние сутки утрымливалося вельми холодное надворье с температурным фоном по краине на 8-11 градусов ниже за климатичную норму. Среднесуточная температура склала плюс 1-4 градусы. При этом температурный рекорд побиты только у Гомеля. Ночная температура опускалася до 0,6 градуса морозу. У попередний раз абсолютный минимум был зафиксован уначе 11 мая у 1945 годе, коли было отзначено 0,4 градуса ниже за нуль. Завтра у день надворье почне поляпшаться. Краина опынется в области повышенного тиску. Температурный фон будет поступово расти, але не дотягнет до климатичной нормы. Да поможите выратовать бобра. Такий звонок поступил сегодня раницей у Мазырскую инспекцию по охове рослинного и живельного света. Разом с экологами ратовать живелу выехала из дымочная группа телеканала «Мазыр». Живела звалилась у колодежи, провела упасться несколько годин. Сполоханный, ослабела, спробовал самостоятельно выбраться. Бобер лежал на земле и ни на что не раховал. Утром при приезде на работе дежурным охранником ночной смены была доложена ситуация, что находится бобер. Ну и определенное место. Утром действительно проверил, он находился, о чем сообщил БОР. Соответственно, БОР приняла меры и вызвали Юрия Богдановича. Ну, приехал, было принято оперативное решение о том, чтобы вызволить бобра и выпустить водоем, который у нас есть. Это открытый водоем пожарного резерва. Операция по выратованию бобра заняла 10 хвилин. Самая великая складанность – захопить живелу сашком так, как не нанести ее шкоду, а потом поднять. Бобер не сопротивлялся, стратил силы. До водоема – несколько метров. Коли сашок перевернули, и бобер опынулся в воде, удячно махнул своим выратовальником хвостом-лопатой. Финал. Сам он бы никогда, он уже был уставший. И глубоко уставший. Видите, он еле реагировал на это. Ну, попал в свою родную стихию. Конечно, он придет в себя и будет жить. На территории Мазырсельмаша такие гости не редкость. Тут бачили зайцов, лис, козулю, лося. Теперь вось супрать пожарный водоем облюбовал бобер. Сельмашовцы не супрать такого соседства. При больших семьях происходит разделение. Ну и, скажем,
движение бобров. Вода открытая, то есть место ему позволяет. Судя по растительности, база питательная тоже есть. Скорее всего, он, наверное, у нас и приживется, и будет жить. Светлана Грудько, Юрий Горобец, телеканал «Мазир», спеціально для телерадіокомпанії «Гомель». І на гэтым выпуск завершаны. У студыі працавала Наталя Ігнатенка. Мы сочым з развіццём падзей у Гомелі і в області. Заставайцеся з намі.